дизель. Все в центр, пацаны, пацаны, в центр, в центр. Блять, Владислав вышел, похуй, ща. Центр, в центр, в центр. Алло, ебать, братан, в центр. Так, первое испытание, оно будет самым жестким. Бля, Влад покажет пенис, подожди. Короче, встаньте сейчас в ряд, будет, короче, суд по канонам красоты. Не трогай его, подожди. Самым некрасивым я буду отхуяривать ноги. Ебать, бурис какой-то, ща. Где он? А, он еще не заспавнился. Ща. Пару секунд подождем, чела. О, здорово, здорово. Становись в ряд, становись в ряд. Сейчас будет модный приговор. Так, нахуй. Начинаем с вот этого гандона. Так, тише, 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 братья. Ну, ебать, у него брови слишком светлые, за это минус 2 балла. Он лысый, ебать, но это скинхед, да. Но, блядь, безвкусица. Кто, нахуй, салатовый жакет носит, а? Блядь, ты куда, ебаный рот, стой. Остановись, пару секунд. Все, так, он немного не прошел. Что, закладку ищешь? Так, дальше, посмотрим на тебя, братанчик. Так. Чего, блядь, кем стать? Сосалкой? Не, не надо. Так, Максим. Ну, борода охуенная. Глаза зеленые, синицы. Заебись, проходишь. Далее, грин. Ебать, ну усы пиздатые. Проходишь сразу. Так, нахуй. Бирдс. Глаза такие 50 на 50, так, обкуренные, нахуй. Ну, бля, у Буриса вообще пиздец. Поэтому ты еще по глазам пройдешь, но, бля. Ладно, внешний заебись. Только бороды не хватает, так охуенно. Ты проходишь. Дальше, ебать. Бурис. Ебать, целуется, нихуйно. Бля, глаза пиздец, а так в целом... Да в целом тоже заебись, один ты не проходишь. Ты чё, ебать, ты лишний, нахуй. А, это Герыч. Да похуй. Так, смотрите. Сейчас будет пиздец, готовы? Thank you.
Бедный мужик. Запиздить его нахуй. Пацаны, стойте, заходите сюда. Так, пацаны, сейчас я вам дам виски, и вы должны его забухать. Готовы? Алло. Вы тут живы? Ой, бля. А, все, заебись. Так, Бирц, ты сейчас будешь вместе с толпой пиздиться, но тебе надо набухаться. Блядь, ты и так ходишь как конченый. Стой. Встань в угол, блядь. Да заебал, стой. Так, каждому сейчас по бутылке виски дам. Блять, Бирц, да остановись, ты уже заебал. Короче, пейте бутылку, пока она не исчезнет. Макс, пей бутылку, пока она не исчезнет. Влад, здоров. Короче, мы против Грина трех набуханных игроков отправили, и он всех отхуячил. Какое звание ты ему за это дашь?
Раком стука. Мы еще не успеем убежать. Хотя если ты прям... Хорошо, только аккуратно. Аккуратно, блядь! Ебать, я придумал, я, короче, ее ставлю в центр. Да, окей, короче, я ее вставлю в центр, и вы сами пиздите ее. И когда она загорится, сразу начинаете разбегаться. А как мы узнаем? Че, она не горит, что ли, у вас? Да, у нас не горит. А, ну ладно, я тогда резко начну взлетать. Хорошо. Только зафриз. Пиздим эту шлюху тупу. Над ней был, блядь, меня пизданул кто-то. Жестко. Короче, ты ее поставь и будь на ней прям. Потом лети. Либо кричи, громко кричи, чтобы мы обосрались нахуй.
Так, заново начинайте пиздить ее. Стойте, погоди, Максим, не бей. Не бейте, подождите, дайте Владиславу встать. Блядь, не бейте, стойте. Стойте, блядь. Пару секунд, стойте. Блядь. Пиздите, давайте. Бегите, пиздец. Она слишком быстро взрывается что-то. Раньше она помедленнее взрывалась. Нужно как-то, не знаю, по одному бить что. О, у меня есть идея. А, так все не видели, как загорелись. Короче, смотрите. Мне нужен один добровольец, кто сейчас пойдет на испытание. Я. Ладно, давай, Владислав, раз ты первый крикнул. Сейчас. Так, Владислав, отойди от всей толпы. Вот, встань ровно и не двигайся. Главное, не двигайся. Можешь вперед-вниз смотреть, но крутиться опасно будет. Смотри, теперь твоя цель — выпить 4 бутылки виски. Повернись. Блин мой, убегай. Беги. Пей бухло. Ой, бля, это было жестко. Так, давай еще раз попробуем, что-то слишком резко. Ты заспавни рядом со мной, но не бери в руки. А, хорошо, я тогда... Да, хорошо. Пуля, здорово. Ладно, давай пока этот... Владислав, ты пока отдыхай, давай я следующим тоже же это испытание дам, а то они сейчас долго ждать будут. А, давай, Бирца. Эй, Бирц, блядь, что ты там сосешь, сын Максу? Вставай. Сын мой. Вставай, что ты занят? Что такое? А, окей, ебашь пока в чате, давай я возьму пулю. Пуля, здорово. Так, смотри, пуля, иди, отойди в сторону, вот ко мне. Бань, сына, разраба игры, бань. Так, пуля, смотри, короче, не двигайся. И отойдите от пули, пацаны, отойдите от него, чтобы не заебаться. Так, смотри.
твоя цель сейчас нахуярить 4 бутылки бухла и при этом не упасть и не заебашить мину. Готов? Сейчас заспавню. Время не ограничено. Да, время не ограничено. Все, ебаш. Пей еще. Пока оно не исчезнет. Погоди, еще я буду. Нихуя себе ты, конечно, даешь. Так, еще осталось 3, готов? Факт опытный. Он сразу прошарил то, что можно на приседе сидеть и под собой пить. Владислав, тебе надо было тоже такой хуйней пользоваться. Ладно, нормально, мин. Сейчас, ну тогда закину на следующую бутылку. Еще стаканчику за тех, кто сейчас не спит. Пей давай, пей. Сам прочекал фишку, то, что можно на приседе пить, поэтому я думал, он бы все выпил бы. Так, ой, бы, здорово. Фендер Джугар. Да, Джугар, ты угадал. Так, ну Борис попросил первый, или Борис, как тебя звать? Короче, смотри, давай, следующее испытание для тебя будет. Ты должен выбрать себе одного противника, выбирай любого. Что там происходит? Так, нет, Пулька был в прошлом испытании, другого выбирай. Он уже был. Ну хорошо, так, Максимочка, смотрите, пацаны. Бля, Владислав, ты чё завалился? Так, пацаны, сейчас будет русская... Я себе в инвентарь выдам 6 револьверов, и вы будете говорить цифры по очереди. Один из них заряженный будет. Если вас заебашит, вы проиграли. Готовы? Блин, я хотел посчитать, какой заряженный, ну ладно. А чё никто выяснит? Сейчас, пацаны, смотрите, даже не 6, а 5 револьверов. Сейчас я спущу их, чтобы у всех было, ну, точнее, у одного был только один патрон. Ща. Все, сорян, все. Так, все, пацаны, все. Смотрите, короче. Выбирайте от 1 до 5. Сначала Борис.
Борис, готов? О, заебись. Так, следующий, давай. Максим, выбирай. А, второй? Окей. Мимо, дальше. Так, сейчас проверим. Так, следующий, ты, Максим. Ты, погоди, Максим, смотри. Из незаряженных тут только третий и пятый, один из них. Так, Максим, ты пятый выбираешь? Ты согласен со своим выбором? Прям точно, уверен в этом. Прям точно. Не. Ой, бля, бедный чувак. Так, кто еще не был ни разу на испытаниях? Так, вот ты, Парти, ты не был. Дальше кто еще? Так, Максим был. Так, вот ты. Фендер. Сейчас посмотрим. Хуяся, там что, горят цифры, что ли? О, ну похуй. А, Гугашвили? Ты что, грузин, что ли? Так, сейчас. Смотрите, для вас очень простое задание. Так, где вы оба? Пацаны, подойдите в центр. Сейчас, смотрите, все другие выйдите из круга. Поставлю. Мяч передвигаете, короче, бля, сейчас надо подумать. А, давайте, короче, с мячом нельзя бежать. Хотя, стой, погоди, надо подумать. Та-та-та-та-та. Не, похуй, наверное, просто мяч в руки берете и бежите. Понятно? Играйте до 3 очков. Так, сейчас, погодите, не трогайте мяч, сейчас я его в центр поставлю. Ошибки, не надо его надевать. Держите поводки. Выпейте ее полностью, чтобы она исчезла. Так это от нее сдохнет, может. Нет, там ты будешь просто задыхаться в конце. Дай попить, дай пиво. Дай пиво, Хром. На счет 3 начинаем, пацаны. Встаньте к мячу оба.
Да нормально, партия, живи. Так, на счет три берете мяч и бежите к воротам. Два, три. Так, встаньте оба к мячу. Сзади вас тоже мины. На счет три начинаем. Раз, два, три. Ты, шайтан, что ты делаешь? А нас... Бля, нет, так все равно ты первое место занял, потому что ты единственный донец. У вас счет общий 1-0 получился. Бля, неплохо, неплохо. Сколько новых лиц, поэтому сейчас встаньте все в ряд. Снова будет модный приговор, как его там. В ряд все встаньте. Короче, тот, кто будет хуёво выглядеть, тому я буду отстреливать ноги. Встаньте в ряд сейчас. От Владислава все налево, встаньте. Джунгар, встань левее от Владислава. Потом, потом отстрелю. Левее, 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 да. Так, смотрите. Ой, бля, сразу вот, сразу буду, короче, выдавать каноны моды и хуярить подряд. Так. Так, смотри, Джунгар, выдай одну базу, и типа там все, кто без бороды, или все, кто без какого-то цвета рубашки, или все, кто без какого-то цвета глаз, будут убиты. Выдай какую-то базу. Алло, Джунгар, ты живой? Чё ты сидишь тут? Ну. Так, все, кто без бороды, пидоры. Бля. О. А, я ж колено должен был отстреливать, сорян. Так. О, бир. Зачем пиво сломал? Отойди. Из ряда, выйди из ряда, ты выбыл пока на этом испытании. Все, заебись. Так, снова в ряд встаньте, пацаны. Снова в ряд. Только без партии и без... А, ебать, пуля. Ты, кстати, тоже забываешь, у тебя бороды нету. Из ряда пока выйди. Хуя себе, это кто? Стефан, здорово. Так, снова в ряд встаньте, хули вы здесь столпились. Слева от Владислава снова встаньте. Ой, бля. Так, а чё? А, всё, заебись. Как вы себя чувствуете с отстрельным коленом? Теперь Максим. И с вашим мнением. Давай, выдай какую-нибудь базу. Скажи, там, человек с таким-то цветом глаз должен сдохнуть, говори. А он вообще по блатному. Не, изговаривать нельзя, к сожалению. Про цвет глаз выдай базу.
Он типа самый активный был, и поэтому ему одни админку дали. Кореглазых нахуй. Так. Ебать. Бля, Джунгар, повернись лицом. Предлагай им колени сломать. А, ебать, а ты голубоглазый. Никого нет в кореглазых, поэтому ты выбываешь. Дальше едем. Осталось трое. Следующий давай. Бурис, тебя не спрашивали. Давай выдай... Сейчас, надо подумать. Угу. Сложно, кстати. Вроде бы... Не-не-не. А, так сектор белым толку-то. Ты знаешь то, что, типа, вот тот же мужик, который только что сдох, он умер из-за того, что не было никого кореглазого. И, по сути, сейчас нет никого белого. Так, ебать, двое остались. Ну, а, нихуя себе ты. Так, погодите. Бля, теперь вы вдвоем. Вы сейчас просто друг друга исключать будете, поэтому это неинтересно. Надо что-то у вас общее выявить, выдавить и какое-то испытание дать. Так, мужики, кто хочет придумать им испытание? Ай, Бурис, какое-то испытание. Испытание, как она то ходит. Испытуемые должны в хлам набухаться и пройти по тонкому канату. Бля, ну я думал о таком, но там ебать как долго строить канат. Вот типа там шлагбаум есть, его можно использовать. А, да? Ща чекну. В этих нестатичных пропах. В самом конце. Ой, я гриф нашел для штанги, из него можно сделать, сейчас. А, блин, он может скользить, надо проверить. Я его увеличу в размерах просто. И испытание будет на скорость. Ебать, вращать что нельзя, что ли, увеличенный объект? Нет, можно. Так. Стойте, пацаны, не возите пока. Ого. Тогда можешь два каната вместе соединить. Гриф скользит. Если быстро пропрыгать, но испытуемые набуханные, они не смогут быстро. А? Я свой слон. Наш слонера. По нему не пройти вообще. Блин, вообще никак не пройти. Он соскальзывает. Знаешь, что это? Хром. Чё? В статичных пропах там есть, получается, в самом правом ряду такая хрень, ну, короче, квадратная. Не может, там шлагбаум есть. В самом конце где-то. Ой, блядь, у меня хуёвый строитель. Мне кажется, лучше другое испытание дать, а то, ебать, миллион лет пройдет. А я построю. Так, дуэль предлагаешь? Бля, хуй его. Дуэль, это, наверное, самое скучное было бы. Да, тем более на калашах.
на РПГ если стреляться, то можно РПГ же по радиусу бьет. Ебать, на РПГ дуэль. О, у меня идея есть. Смотрите, пацаны, я, короче, вас сейчас в воздух подниму. Под вами будут три платформы. Вы встаете на одну из них, а под одной из этих платформ будет мина. И я удаляю в один момент эти платформы, и вы падаете вниз. Если внизу нихуя нет, вы выживаете. Если внизу... Ну да, хуй точен. Если внизу мина, то вы нахуй взрываетесь. Готовы? Вы знаете, птичку меня это... Побили немножко. Поцарапали. Нет, тут без аптечек, тут только анальный секс. Да, я понял. Ой, бать, это как шоу контейнеров сейчас будет. Сейчас, погодите, я немного ОФК постою, погодите. Ой, пизда, статичные объекты же нельзя поднимать, ебаный рот. Так, бан нахуй, пон. Пон — это женщина, хуярьте ее ногами, потом забаню. Сначала захуярьте ее, это женщина, женщина сюда нельзя. Женщина — это зло. Это вообще-то подземная качалка, это какая там. О, хороши мужики, хороши, захуярили. Какая нахуй, написала, и не сдох. А она сдохла, блядь. Так, сейчас. Нелегальная качалка. Бля, пиздец. Яички во рту полощешь. Владислав и кто там дальше выживет, уже забыл. Я. Где этот я? Ты что ли не так? Бля, ты же не выжил, я не помню. Или выживал? Я что, выжил. Забыл? Владислав, кто выжил? Кто из них должен был быть с тобой? Я уже забыл, пока я здесь хуйню эту строил. Ну, Владислав, ты выжил, и еще один чел был с тобой рядом. Не помнишь, кто это? Джун. А, Джун, все, тогда ладно. Так, все, сейчас. Оба встаньте в центр круга. Оба в центр круга. Все остальные нахуй просто. Все нахуй с круга, все нахуй с круга.
Так, сейчас, пацаны, встаньте в центр, вот где я стою, короче, прямо в эту текстурку. Так, теперь посмотрите. С неба к вам будет сброшена любая хуйня. Либо это какая-то бомба, либо это оружие, но вы не должны выходить из круга, и вы должны друг друга захуячить после падения этого предмета, понятно? Там ходить нужно? Там можно ходить? Так, вы готовы? Да. Кручу-верчу, запутать хочу. Я ща не то взял ща. Сейчас. Так, главное из круга вам обоим не выходить. Если выйдете из круга, это проигрыш. Понял. Пацаны, хотите прикол, она деактивирована. Берите ее и взрывайте, че вы. Он вышел только что из круга. Я что-то тоже. А где она? Я не видно. Дать запад. Я понял. Ахром сам себе админа может вернуть? Мы ему потом вернем. Всем админку. Хоста, Максим. Я потом скажу. Хоста, да. Ура. Давайте сам сотру. Thank you.
Иди. На базу дайте. Стойте, стойте, пацаны, админку дайте обратно. Так, смотрите, короче, сейчас будет сам смысл нашего вот этого... О, Борис, привет. Так, короче, весь главный смысл нашего гей-порно-собрания. Вы должны сейчас показать любой талант, который вы симпровизируете. Готовы? Вам на готовность где-то минуты сколько? Минут пять дам. Сможете что-нибудь придумать, пацаны? Ты пока вышел, ты новую идею уже придумал. Записывать видео сейчас. Ну, типа, я сейчас пишу. У меня вылетело, и я такой думаю, бля, надо что-то придумать, пока я перезахожу, и вот придумал. Так, первый бирдс. Сейчас, а ну, всем сейчас трибуны сделаю, будем слушать, что делает бирдс. Пацаны, присядьте, кроме Бирца. Так, Эндварч ГБН, или что у тебя там за ники, я не понимаю. Присядь, короче. А, пуля, ты оператор, все, понял. Ну давай, Бирц, начинай свое представление, мы готовы. Я готов, как испытуемый, выйти. Так, кто там как испытуемый хотел выйти? Я, Владик. Давай, Владик, выходи. Работа. Сейчас Владислав, как лучший оцениватель проституток, скажет, насколько он хорош. Ставлю 3 из 10. Так, не мешайте, пацаны, чуть подальше, отойдите от него. Нихуя себе. У Владислава уже туберкулез. Душу высасывает. Десяточка. Хуя себе. Ебать, он насосался. Он умер, пацан. Ай, бля, ну что живой. Так, бля, Слав, насколько оцениваете минет? Десяточка. Он чуть... Ой, нихуя себе жестко. Так, Бирц. Все, из-за того, что ты получил десятку, тебе отдельное сиденье будет. Ща. Садись. Так, смотрите. Следующий. Кто-нибудь готов? А, Максим. Потом. Где ты? А, вот. Здорово. Так. Становись. На счет три показываешь свой талант. Готов? Так, пуля, снимай мужика. Сейчас будет что-то жесткое. Так. На счет три. Раз, два, три. Показывай. Ебать, это что? Это его двойник, наверное. Пиздите его ногами, надо проверить. А нет, это не двойник, все, заебись. Это реально Максим. Так, пацаны, сейчас. Владислав, оцени это все, ебать. Ну, до 10. Ебахуя, 5. 5. Так, дальше идет пуля, как видеорегистратор ходячий. Сколько, на сколько оценишь? Видеорегистратор, блядь.
Следующий. Это танец. Пуля оценивает танцем. Хорошо. Дальше. Давай, Борис, оцени Максима. Пекло пёс. Пекло пёс. Пекло пёс. 11 из 10. Так, следующий Максим будет оценивать. Давайте, сам Максим, сколько ты себе дашь? Только честно. Лет условного срока. Вот это жесткий мув. И 10 лет колонии. Ну да, кстати, статья. Дальше, теперь уже бывший победитель финальную оценку дает. Так, давай, говори, какая ему будет статья? Ладно, говори, от 1 до 10, как оцениваешь движение нашего Максима? Направились как на похороны над гробом. У нас пасхалки. Бля, ну неплохо, конечно, но все равно. Так, на троечку Максим все-таки вытянул. Это пока не самое хуевое, потому что может быть кто-то хуже тебя сыграет. Поэтому я пока садись вместе с пацанами на диван. Я следующий. Кто? А, Владислав, ты сам хочешь показать что-то? Так, пацаны, отойдите от Владислава, только видеорегистратор будет стоять рядом. Так, Борис, отойди немножко. Так, я понял, Борис, ты следующий. Эмоции найди подходящую. Дети, эмоции найди подходящую. А, эмоции все подходящие. Понял. Лучший певец. Слушайте мое соло. Просто 10 вылетевших диванов из 10. Ты его всосал в охоту, блядь. Он аж вылетел, он взрыв. На метров 50 улетел. Охуеть. Ебать, это было жестко. Сейчас второй трон заебашить. Ох. 14,88 из 10 диванов. Садись на тот, блять, Максим, вставай. О, все, садись. Во, заебись. Я с него встал. Это нормально. Бирц, не переживай, это лицо Владислава. Оно лечит, все. Так, кто там следующий хотел выйти? Пусти меня. Какая-то пиздец. Пусти меня. Погоди, нет, стой, там кто-то еще вначале говорил. Кто вначале, пока садился на диван, что-то сказал? Я забыл уже. А, Борис, ты что ли? Ой, бля, так, Борис, становись. Так, все отойдите от центра, только Борис там должен встать. Все на диван, постарайтесь уместиться. Хром, спасай! Хром! Что такое? Он мне в рот давал. А, это нормально. Так, смотрите, сейчас будет фокус с отбеливателем и яблоком. Так, все встаньте на диваны. Так. Забери его от меня. Чё происходит? Убери его. Я случайно, я хотел по голове попасть. Хотел попасть по голове, в итоге отрезал пенис. Ёбаный отбеливатель, где он, ща? Сначала яблоко. Эти яблоко, пацаны, кто сожрет, того отпизжу. Отойдите, на диваны, мужики, на диваны. Ща хуярь. Пиздец. Ой, бля. Я тебя сейчас забаню, чувак. Давай без шуток. Так, заново сейчас. Я отбивался. От шизы или от чего? Что это за движение было?
Ёбаный отбеливатель, где он находится вообще? Он в Entity находится вроде бы. Спасибо, нашел. Так. Все, наблюдаем за мужиком, наблюдаем, наблюдаем. Сейчас будут фокусы. Так, внимание. Так, он готовится, сейчас что-то будет. Барабанная дробь. Ахуя сей. Бля, я думал, ты ребенка родишь. Ну, бля, насколько оцениваете, пацаны? Гомункула, гомункула. Я думал, ну, вау. Если честно, я думал, что появится гомункул, поэтому 3 из 10. 2. Жестко. Ну, смотрите, тогда выбирайте для него казнь. А можно я? Я знаю, какую казнь можно сделать. Стой, 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 стой на месте. Я знаю, какую казнь. Дыра с хуями, дыра с хуями, это охуенно. Дыра с хуями. Погоди, стой, не трогайте его, не трогай, бля. Не трогай. Эй, чувак. Пару секунд, так. Тоже мне телепортироваться. Заталкивайте ему это в анус. Давайте быстрее, 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 пока он не очнулся, быстрее. Самые праздники. Я ему под голову мусов положу, чтобы ему было удобнее. Ладно. Под голову огурцов ему наложу, чтобы ему было удобнее лежать. Все, конец. Так, следующий кто будет выступать? Видите, он не из нашей тусовки. Давайте я, давайте я. А, Джунгар, давай, становись в центр. Бля, все на диваны, пацаны. Кто сейчас, кроме оператора, не сядет на диван, того... Ой, бля, что за жир? Жир. Так, кроме оператора, все на диваны. На диван, на диван, мужик. Блядь, ты как зубная паста выглядишь. На диван давай. Это мистер Пропер. Ибо неплохо. Да, блять, так встань на диван, ёбаный рот. Ты меня слышишь? Все, заебись. Так, давай, показывай, что умеешь. Сейчас, 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 пару секунд. Ротер. Друзья, здесь бы могла быть ваша реклама. Бля, гейский ремикс включи, тогда 10 из 10 будет.
Джунгар, Джунгар. Так, Джунгар, смотри. Сможешь врубить любой гейский ремикс, тогда ты занимаешь второе место. Прям любой ставки, что это будет. Я? Любой гейский ремикс. Это потребует несколько, пару минут, так скажем. Ты можешь пока уйти на отдых, сейчас другой выйдет. Так, следующий. Нельзя. Кто хочет выступать? Что это будет? Делаем ставки. Дорогие друзья, здесь бы могла быть ваша реклама. Прям зависает. А мужики, массово жрите эти огурцы, чтобы не лагало. Начинают вибрировать. Чисто ебать, люди и борьба с оптимизацией, нахуй. Перекус. Блин, да, масса набор. Бирц лежит, блядь, там под диваном. О, почти доели все огурцы. Огурцы соленые, просто молодцы. Тут есть не могу. А огурцы соленые. А ну все, обожрался, походу. Нападение сзади. А, ну сейчас там Джунгар пока в прострации. Бля, Владислав вышел. Ну сейчас зайдет. Так, пацаны, кто хочет еще выступать? Пока не выступил вот ты, мистер Пропер. Миксгачи, то будет так себе. И еще кто не выступал сейчас? А, Максим. А, ты хочешь перевыступить или что? Погоди, ты не выступал еще? Он выступал с телепортацией. А, нихуйно, нихуйно. Бля, единственный, кто не выступал, это мистер Пропер, но он что-то стесняется. Покажи, как ты умеешь чистить полы. Молчит такой, стоит. Утить, утить. Не, стуганом нельзя, это другое. Ну, если хочешь, я тебе выдам некоторые предметы, которые тебе будут нужны. О, Владислав зашел, заебись. Феликс уебал. Здорово, здорово, здорово. Если здесь не будет песни Феликс уебан, то, не знаю, день испорчен. Так, короче, смотрите, пацаны. Здесь мистер Пропер не может придумать никакое, бля, как оно называется, я уже забыл, выступление, короче. И мы должны для него что-нибудь придумать. Не, банить это рано, рано. Пускай он раскроет свой талант в чем-то другом. Это будет хорошо таскать. Талант или наказание? Ну, либо, бля, какое-то задание, которое может показать его талант, либо наказать его. Сколько сальтух он может сделать? О, погодите, просто сейчас, давай, Джунгар сейчас базу выдаст. Так, все садитесь, пацаны. Я не могу, садитесь поставить сразу. Новый трон, я не могу сесть. Сразу говорю, это не про Феликса. Блять.
Пекаку сильно тужился. Аплодисменты, это гениально. А теперь, пацаны, стой пока на арене этой. Сейчас, Джунгар, стой на месте. Я, сейчас все меня по... еще, у меня огорчительная новость, у меня мышь села, короче, я это... Я выключаю и включаю. А, ебать, ты что, с ПК, что ли, играешь? Да. Охуя себе, мы здесь почти все с мобилы, кстати, гоняем. Так, пацаны, сейчас, стой тут, Джунгар, сейчас я сзади, короче, выдам пацанам предметы, которые в тебя будут бросать, типа как цветы на концерте Баскова, шаришь? Так, пацаны, все сюда, пацаны, все сюда, пацаны, все сюда, пацаны. Все сюда, все сюда. Да, Максим, я с телефона играю, если что. Золотая. Наполняет ароматом чая. Снимаешь? Кидайте. Ты в пиве. Пай, пуля. Я ловлю, я ловлю. Ой, ты выжил? Нихуя себе. Это было плохо. С вашей стороны. Не будем отрицать того факта, что ты в пиве. Так, ебать, я такое задание придумал. Так, где этот чувак, бля? О, Сергеев, месяц без секса, хорошо. Так, смотри, мистер Пропер. Мистер Пропер, первый вопрос сначала. Ты же, бля, хорожать, погодите. Ты же смотрел фильм «Драйв»? Ебать, кивни, если смотрел. Бля, нахуй ты меня целуешь? Он нихуя не понимает, как будто. Так ты смотрел или нет? А, ну ладно, он походу нихуя не понимает, пацаны. Давай, удачи. Эх, жалко этого мужика, он... Да, он укуренный, походу. Сейчас, смотрите, так. Бля, надо подумать, кого бы... Бля, мужики. Ладно, Джунгар, давай, пока. Спасибо за сходку, охуенные песни были. Так, смотрите. Бля, кто же больше похож? Вот, либо Владислав, либо Боря, Борис, либо Максим. Вы втроем похожи на Гослинга. Я Райан Гослинг. Даже рендер есть, где я Райан Гослинг. Ой, нихуя себе. Так, смотрите, короче, на ЦУЕФА вы сейчас будете решать, кто из вас Райан Гослинг. Сейчас в чате наберите сообщение, и я в голосовую скажу, кидайте сообщение. И вы должны написать либо камень, либо ножницы, либо бумага. Кто выигрывает, тот сейчас будет играть задание Райана Гослинга. Поехали. Я сказал, когда сам скажу, чтобы вы кидали. Пока не кидайте. Я помер. Кстати, Зига не считается. Хорошо, так, вы написали на счет, ну сейчас, смотрите, до трех считаю, и вы скидываете сообщение. Раз, два, три. Тут... Пиздец, у всех одинаково. Так, заново, заново. В смысле? Они все улетели внутрь. Я выиграл. Бля, какой колодец, мужик? Есть колодец. Ну колодец, ебать, это древняя детская, а мы играем камень, ножницы, бумага, без колодцев. Так, сейчас заново набираете сообщение. На счет три кидайте. Раз, два, три. О, ебать, Борис просто зарешал у всех. Ай, хорош. Он задержкой скинул, он мог написать. Ну, ебать, он бы не успел написать так быстро, ты чё? Успел бы. Вот, я прям успел бы.
Ай, ладно, оспорил, хорошо, хорошо. Заново давайте, вот сейчас финальный. Так, если сейчас все одинаково выпадут, то тогда Борис выиграет, потому что он как бы мог выиграть, и еще не доказан момент, то, что он типа напиздел. Поэтому готовьтесь. На счет три скидывайте снова сообщение. Раз, два, три. Ладно. Ой, бля. Ну, Борис, бля, дважды уже. Дважды. Так, ну все. Пожалуйста, на долю секунду. Смотрите, сейчас, Борис, перед тобой будет ебать какое длинное минное поле. А на машине будет бутылка, которая нахуй взрывается. Твоя миссия по этому минному полю сделать два круга. Готов? Но смотри, подожди. На всей твоей машине, на ней, именно на ней, изнутри, на ней будут все игроки, которые сейчас на сервере. Но при этом никто не должен специально упасть с машины, понятно? Если кто-то специально упадет с машины, тот долбоеб. Того выебьем в жопу. Ну, а минусов не будет. Так, смотри, давай. Сейчас машину тебе сделаю. Борис, за руль. Так, все на машину, все на машину, все на машину. На машину, мужики. Бля, Бирд... А, он за чатом следит, нормально. А, кого? Так, на маш... Пуля, давайте тоже на машину. Ой-ой-ой. Так, готовы, мужики? Куда идти? Ой-ой-ой. Не едь пока, не надо. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Если хочешь, то можешь слезть и будешь видео вести. Стой, не начинай, ёбаный рот, не начинай, Борис. Так, Пуля, если хочешь, то можешь слезть и, ну, и делать видос прямо снизу, короче. Тебе не обязательно быть на машине, ты видеорегистратор ходячий. Так, погодите, я сейчас круг сделаю. Школа в Пакистане. Так, Райан Гослинг, вы умерли в конце драйва? О, заебись. Тогда давай начнем. Кто это был, блядь? Какой там был? Бля, мне кажется, это чувак заспавнился и сразу же все нахуй сломал. А, это Маджи был. Бля, как же пиздец, как хуёво вышло. И стойте, бля, Борис, стой. Все снова на машину, все снова на машину. И не ломайте тачку, не ломайте, оставься. Бля, не то.
Бля, аккуратней. Вот пиздец. Так, нормально, нормально, мины на месте. Так. Залезай в машину. Блять, Борис, залезай в машину. Максим, выйди. На счет три начинаешь. Раз, два, три. Ой, бля, и что это такое? Да, это что-то... Бля, не, хуёво вышло, конечно. Ну, пуля, бля, замонтируешь под музыку из драйва, говоришь, как он взрывается, нахуй. Всё, двигайся. Да, только она весить будет много, надо будет распилить. Да, распилить, наверное, и качество сам Телеграм, наверное, сожрет, заебись будет. Ну, одновременно сказали, заебись будет. О, нихуя себе, 1.23. Полтора мозга на двоих. О, у меня идея есть. Смотрите, пацаны, короче, один из вас сейчас лезет в броневик, а каждый другой выбирает оружие, кроме всякой взрывной залупы. Так вот, короче, кто-то залазит, бля, подожди. Кто-то залазит в броневик, а все остальные начинают хуярить по нему. И если чувак в броневике выигрывает, он победил. А даже нет, ебать, вместо броневика просто чувак садится на машину. О, ебать, я такое придумал, все нахуй, у меня такой поток мыслей. Смотрите, один мужик садится в машину, пацаны могут залезать на диван, что-то угодно делать, а мужик на машине должен их нахуй сбить. В это время мужики на диванах должны расстрелять этого мужика на машине. Готовы? А, надо к машине прикрепить батут. Типа, чтобы отлетал, а то урон, урона нету от удара. Да-да-да, понял, хорошо, сейчас сделаем. Смотрите, у мужиков, которые на диванах, у них не будет скорострельного оружия, потому что машина быстро взорвется, надо что-то придумать. Ну, давайте я дам по... Бля, по какому оружию дать-то? Пестики? Ну да, кстати, сейчас... А какой? А, кольт! Во, заебись, кольт. У него урон хуёвый, да и магазинов... Какой МП-5? Ты чё, Борис? Так, пестики. У всех кольты будут. Ну, Владислав, ты будешь этим, как его, блядь, Райаном Гослингом. Готов? Так, тебе сейчас машину выдам. Я шёл снова в деле. О. Владислав, садись за руль. Бронемашина. Бля, пуля пускай будет оператором. Да, можно, ща. Так, мужики, лезьте пока на диван. Сейчас. Попробуй немного подрулить.
Нихуя себе! Ой, бля! Охуеть! Ебать, ты чё в будущее улетел куда-то? Пиздец! Не, надо чуть-чуть вперед, наверное. На месте остались, а то в будущее нахуй просто. Ой, бля. Назад в будущее. Нахуй эти батуты. Ой, бля, что-то надо придумать. А, так. Можно же мечети использовать. Они отпрыгивают же, только удара не будет. Бля, резиновые. Не, ну что-то другое. Ну, бля, можно было... Так, потестим. Бля, нет, погодите, а может... Смотри, пуля. Смотри, садись, короче, на газонокосилку, которая будет стоять перед вот этим вот минивеном. Ты газонокосилкой будешь рубить всех гандонов, а Владислав будет рулить этой хуйней. Бля, Максим вышел. Ну, сейчас зайдет, наверное. Ты, бать, генератор идей ходящий, ща. Гослинг, нахуй, вот это Гослинг. Дом. Не, ну сходка охуенная просто, ебать. Банька-парилка. О, ебать, смотрите, давайте я снова, короче, приклею эту хуйню. Бля, как она называлась-то? Смотрите, я машину ставлю... Не, не газонокосилку, другую, вот эту. Сейчас трамплин сделаю по-быстрому, небольшой. Машина помялась. Thank you.
слышим на пару секунд. О, я мигалка. А, нет, все, отмена. Владислав пропал. Эти машины не трогай, сейчас я на спавне. Лучше без трамплина, а то я трамплин, блядь, не смогу сделать. А, перезайти хочешь? Окей, сейчас, подождем, пока я буду строить, сейчас Владислав зайдет. Машину не трогать, пацаны, машину. Вон и трамплин. Короче, чтобы не развалилась нахуй машина, я, наверное, реальный броневик буду использовать. Загружайтесь внутрь, но не на водительское место, не водитель. Зомби апокалипсис, машина. Так, сейчас, быстрее залезай внутрь. Пуля залезь сзади, где этот ёбаный, как называется, блядь, проход, короче. Дырку. Ну, короче, да, бля, Борис, тоже можешь в дырку зарядить? Просто я хочу сейчас на пассажирском посидеть. Спасибо, что залез в мою дырку. Давай, дверь, мухи летят. Слав, за руль. Счет 3. Пацаны, давайте, снимайте, готовьтесь. Я тебе показалось. 2, 3, давай, жми. Чао. Научи, Борис. Меня выкинуло, выплюнуло просто из машины, и когда я кчал. Хуяти, утонул мужик. Не понял, это что сейчас было? Садись в машину, пуля в машину, давайте. В машину садись, мужики. Все в машину, мужики. В машину, давайте. А будет, короче, детская фантазия. Всегда хотел сделать это, ща. Взять машину и об небоскреб. Как?
помялась. Вот это я понимаю, одесская мяч, чтобы свежая. Мечты сбываются. Только не прыгайте, все машины, не выходите. Ща я вам этот приколов нацеплю мин всяких, ща. Наши пятки видно. Сейчас такая имба будет. Кстати, тачка все еще дива. Че, прицел? Пацаны, надо прицел. Дергает камеру, дергает. Она попрыгала. Бля, это так охуенно со стороны выглядит. Бля, пуля, может ты внизу будешь сидеть, типа, тебя, ну, как чел, ебать, когда с камеры снимают, а сейчас я пацанов в машину загружу и буду их об здание. Это охуенно выглядит со стороны. А почему она прыгает? Че, сам прыгает, че случилось? Почему? Стой. У меня ничего не прыгает, вы как наркоманы бегаете за воздухом. Я сел в машину, я сейчас в ней. Пуля пропал, куда пропал пуля? Смотрите, я Magic, хоба. Я из воздуха вышел. Вот это телепортация, не то что у некоторых. Так, погодите, сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Все сюда, блядь, слезьте, пожалуйста, а то вы, блядь, у меня вообще пропали. Так, ща, пацаны, стойте. Залезайте в машину, кроме пули, залезьте в машину. Кроме пули, залезьте. Бля, залезайте в машину, залезьте в машину. Я поудалял все машины, нормально? Вот это вмятина, двигатель просто через дно вылетел.
короче, башню, снимай, башню, снимай, башню, снимай. Вот иди, короче, сюда, сюда иди. Влад, ты там сдохнуть можешь, аккуратно, короче. Ощипило на атомы. Ебать, Джотс. Ну ты успел заснять хотя бы это? В момент, когда самолет прилетает, а дальше, что было дальше, узнает только оператор, это водитель. Ну, короче, во время столкновения я расщепился на атомы и ничего не снял. Нас народу, конечно. Так, что еще будем делать, мужики? Что-то шоу талантов затянулось. О, ебать, давай сейчас с вертолетом кое-какую хуйню сделаем, и потом уже все. А у меня вообще 2%. Сейчас, короче, быстренько какую-то хуету с вертолетом сделаем, и все, заебись. О, ебать, у меня идея. Смотрите, мужики, я на каждого из вас сейчас заспавню вертолет, и вы будете в небе с друг другом ебашиться. Японский летчик. Пару секунд, я зарядку для телефона найду, а то я, блядь, куда-то положил, найти не могу. Если сейчас телефон сядет, то пизда сходки. Сейчас, пару секунд буквально. Зарядку нашел, ща будет, ща возня пойдет. Так, смотрите, сколько вас тут? Раз, два, три, четыре. А, еще и Владислав сейчас будет. Сейчас будет 5 вертолетов. Мужики, готовы? Каждый встаньте на 3 метра друг от друга, даже больше.
С РПГ, а все остальные взлетают в небо. И чувак с РПГ должен ебашить их. Борис, ты будешь ебашить. Все, я рассказал. Так, кстати, Владислав Первецкий. Все, я не заметил. Так. Все грузитесь в вертолет. Ну, двое грузитесь в один вертолет. Два чела, быстрее. Так, один. Все. Так, Максим, сейчас я тебе дам. Садись на соседнее пока. Садись за руль, Сим. Бля, Максим, лучше сядь за руль, потому что пуля видеооператор. Ему типа главное снять, а ты будешь рулить пока. Максим хорош, да. Бля, кого вытащить там Буриса? А, удалите хуйниц. Хотите? Бля, ну хуй его знает. Смертельная Райли.
Ой, ебать, ну давайте на тачках, а на маслкарах. Ебать, давайте один мужик будет с дробовиком, а все остальные на тачках. Здесь все равно урон от падения хуёвый, поэтому один чел будет с дробовиком просто. Стреляем по уточкам. Сейчас будем дозой колоться. Кто первый упадет от дозы, тот лох. Носки горят. О, ебать, у меня есть такая охуенная идея. Смотрите, мужики. Бля, хорошо шутить, Бир. Так, смотрите. Бля, сейчас я дам несколько... Нет, сначала... Короче, я обозначу сейчас цифрами шприцы. Один из этих шприцов вас нахуй убьет. Другой это просто наркотик. Третий это зомби-вирус. А остальные просто ебать там. Адреналин, не адреналин, короче. Это нормально, не надо. Так, ебать. Пива. Если этот человек умрет, то этот арбалет выстрелит тебе дилду в жопу. Вот имя, вот, ебать, хороший ход. Так, смотрите. Бля. Ой, ебать, Вован. Где Вован вообще?
Ай, здорово, Вован. Не пизди его, оставь, оставь, не бейте мужика, он только новенький. Только трахать можно, подождите. Так, смотрите. Новенький в качалке. В смысле, это женщина? Это мужик, бля, борода. Хотя, бля, и женщины бывают такие. Так, стойте, подождите. Стойте, бля, не пиздите его. Кто пиздит его, тот натурал, бля, стойте. Так, нахуй, это Вован, бля, Вован, все, все, тишину. Бля, кстати, брат Максима, очень похоже, да. Только штаны разные. Ну и челка гейская. Так, смотрите. Ой, бля, кто же первый? Давай, Борис, выбирай шприц от одного... Так, выбирай шприц от одного до... Ебать, сколько тут шприцов? Бля, от одного до 11, выбирай один. Четвертый шприц, хорошо. 88. Кали себе в голову. Тащи, мужики не пускают по венам. Они... А, ну еще посмотрим. Да, бля, ебашь ты уже заебал, Борис. Стоп, какой цвет? Белый. А, это кам. Так, он вколол себе в голову кам. О, коровник, здорово. Так. Да ебать, ему похуй, смотрите. Там ебать. Мне кажется, кам там и был уже. Так, все. Коровник, так, здорово. Бля. Вырубись. Коровник, давай без всякой хуйни. Так, смотрите, ебать. Следующий, четвертый уже выбирать нельзя. Едем дальше. Коровник, выбирай один из 11 шприцов. Коровник, выбирай быстрей. Четверку выбирать нельзя. От 1 до 11, любое число. А, 6. Коровник, отойди со мной. Никто не идет за нами. Сейчас он вколется, и потом увидите эффект. Не подходите, не подходите, не подходите, не подходите. Ты уже вкололся? Ну, короче, иди в стадо. Все. А, ну это база, это я был, наверное. Ого. Не, Борис, я перемешал эти шприцы. Там он кох-то, она была кое-как... Ой, ебать, коровник. А, ну вот, кстати, шестой это была и он кох-то. Ой, все, зонт бьет. Бля, коровник, подожди, не двигайся, ебать, у тебя такая осанка охуенная, стой, стой, ебать, какой красивый. Ебать, что ты стоишь, ты? Бля, штангу в руки. Что за, бля, сейчас, что, ой, ебать, что за хуйня зашла на сервер, убежала. Прописал с ноги в лицо, где он? Привет, ты не из нашей... Ой, Friendly Fire, ты не из нашей тусовки. Ебать, коровник охуёво. Бля, на призиде побегай, пожалуйста, коровник. На призиде побегай. Ебать, чё это? Блядь, закладку ищу, посмотри. Бля, сука, крот. Бля, сейчас, стойте. Так, смотрите. Ой, ебать, я такое придумал. Короче, так, коровник. Я сейчас тебе кентов понарожаю. Бля, кто же это будет? Так, Борис, иди сюда, Всем рандом. Борис. Ваши ощущения, коровник. А, бля, Максим, ты тоже нужен. Все сюда, Максим и Борис сюда. Бананы, сырок, ложка протеина, бля. Максим, давай, голову. Короче, такая херня. Вот, ты нажимай, гивап. Так, теперь, все. Погоди, стой, блядь, стой, Максим, блядь. Стой, нахуй. Так, в оба, блядь, теперь долбоёбы на реке. Так, блядь, не ешьте Бориса, пожалуйста, Бориса не надо.
А, он на Новый год останется, хорошо. Бля, не ешьте друг друга, мужики. Хуясик. Коровник на металл перешел. Он плоть не хавает, он только металл хавает. Высокоуровнистая сталь. Так, лапку нашел. Так, ебать. Два инфицированных. Сюда подойдите. Ко мне, ко мне. Два инфицированных. Бля, коровник заебал. Так, сюда подойди. Коровник, сюда. Коровник, пожалуйста, подойди сюда. Пошел. Так, все, заебись. Бля, Борис, что с тобой? Он умер от инсульта. Пиздец. Вован валяется. Так, Бёрдс, ебани им шприц. Нажми Бёрнс, гевап нажимай, заебал. Бёрнс, блядь. Нажми, эй, Борис, не пизди его, Борис, перестань. Бёрнс, я тебя сейчас забаню, нахуй. Не видите, как он бегает. А, все, прошел, а или нет. Он как будто... Походка, ты это видел? Я это заснял. Бля, так, а ща, блядь, коровник, давай ты жрёшь его. Коровник, бля, заебал, иди, пиздец. Бля, Ваня, теперь заебал. Бля, стойте, мужики, бля, заебали. Так, стойте, стойте. Так, Вован, стой. Все зараженные, сюда подойдите. Сюда, ко мне, зараженные, подойдите сюда. Так, блядь, тебя нельзя убивать, Вован, стой. Так, все, так, вы, блядь, вы втроем-то? А, вы четыре, так, вы вчетвером, смотрите, там... Погоди. А кто, пуля тебе дать? Да, меня укусил за ухо вот этот гад. И вот этот кусался. Все, блядь, не кусайся, Бёрнс, заебал. Кошельник, палку давай, иди, пуля сюда. Палку давай. Антидот, иди. И поверь, не пошел. Так, стойте оба. Блядь, да заебали, хорошо жрать. Не надо хавать бетон. Бёрнс, я тебя сейчас забаню, давай уже не спини. Так, смотрите, чуваки, стойте, блядь. Сколько зараженных вас? Только двое, что ли? Посмотрите, он с головой вошел в металл. Двое зараженных, сейчас на корточки садитесь. А, трое? Где третий? Фига, так, на корточки. Так, блядь, да сядь, Максим, сядь на корточку, пожалуйста. Смотрите, это чё, призрачный гонщик? Ай. Ебать, чё это, блядь? Бля, музыка. Стойте. Так, нахуй. Сейчас лопнет почка. Два зараженных на корточке, сейчас сядьте. Так, теперь смотрите. Так, зараженные сейчас, бля. Так, Максим, встань между зараженных. Блядь, да нахуй меня целовать. А ты, бля, Борис, я перепутал, так. Борис, встань между двух зараженных. Так, смотри, Борис, я тебе сейчас дам биту,
а зараженные будут под тобой крутиться, и ты должен как хомяком их ебашить. Знаешь, аттракцион такой? Тапы хомяка, тапы. Все, бери биту. А зараженные просто крутятся и кусают его за ноги. Готовы? Погоди, стой, он биту возьмет. Возьми биту. Возьми биту, блядь, этой играй. Давай этой. Слишком имбовая будет с гвоздями. А, ща. Заебись. На счет три начинайте. Бля, пуля снимай. Раз, два, три, начинайте. Да просто пиздец. Все, проебал. Харе, мужики, да не ебашьте друг друга. Стойте, все. Ебать, вся самка. Да. Блядь, стой, блядь, не надо. Тише. А, Хром, кончай. Что кончать? В кого кончать? Хуй его, сходка такая веселая. Учите. Но не убит. ДМ, где он? Без приключений. Слава лужица. Бля, пуля, ты же заснял тот момент, как на нас вот этот коровник залетел под музыку забавно. Я с самого начала так дошел и все снимал. Водяной пистолет, смотри, аккуратно подходишь. Вот, смотри, это испытуемый, это зомби. Видишь, какой он страшный, ебать. Он осанку, сука, не держит, гандон. Ща, погоди. Ща будем учить правильно спину. Хуя себе он скачет. Так, ебать, ну где, нет, здесь надо дробовик. Стой. Борис. Прогладить. Один зомби. Ай. Бля, ебать. Санитар, ты не из нашей тусовки. Заебись, так, бля, снимай пуля, быстрее. Ща будем спину вправлять. Ща, аккуратным движением, смотри, у него сколиоз, блядь. Биту неси, ща. Пару секунд. Не вставай только. Аккуратно, короче, бьем по копчику сначала. Во, слышал хруст характерный? Ух. После этого пиздим по голове. Заебись, смотри, все, сколёз его не беспокоит, пацаны, охуенно,
10 из 10. А ебать, санитар, ты даже не из нашей группы. Нихуя себе. Пожалуйста, ну нет. Пожалуйста, давай разрушим. Он не из нашей качалки. Бля, сорян, мужик, но здесь только геи. Красивый мужчина стал. Тут гнилые ой, бананы, сироп, ложка протеина, бля. Так, ебать, у меня все вспотело, нахуй. Что за музыка? Хуй, подождите, пацаны, поймайте Берца, у него с осанкой беды. Видите, гондон, он спину криво держал. Спину прямо держать надо, гондон. Пиздец! Пиздец, надо... Бля, он... Это... Милый, бля! Пиздец! Я, короче, с гранатометом захуяю. На помощь! На помощь! Мать честная! Эта тварь меня сейчас угробит! Уберите его от меня! Бля, Борис, ты попал чисто под пулю, сорян, как бы. Я хотел ёбнуть вот этого Максима, но... Очень понимаешь, да, у тебя, короче, ебало, ой, только не сколько. Под меня попал. Чарутите, как я полюбил, да чистите, ну как ему чистите? Чешу чистите, ёбка, как я полюбил, да чистите. Меня чел попал под меня. Покажи мне, как я полюбил, да чистите, хуя себе. Ой, ебать, встань, подожди, мужики, встаньте в ряд, встаньте в ряд, сейчас, ебать, такая база будет. Пацаны, в ряд. Канал, учи меня, у тебя получается классно, давай. А, харе пиздится, стой, эй. Борис, блядь, стой, Борис, стой. Блядь, встань, блядь, завали ебало, пожалуйста. Очень прошу, спасибо. Нет. Так, встаньте в ряд. Бирд, встань в ряд. Ух ты. Сквозь землю провалился. А я в ряд сказал. Борис, блядь, да ну встань ты ровно, ёбаный рот. Борис. Эта самку не держит. Ой, бля. Чё вы сделали с Берцем, ёбаный рот? Бедный мужик. Я только отвернулся, его уже изнасиловали. Бля, надо отцепитесь от него. Всё, стойте. В ряд, блядь, заебали, я сейчас буду бить. Я буду хуярить сейчас, честно. Так, бля, встаньте. Завали ебало. Так, всё. Спасибо. Все, так. Блять, Борис. Харе. Борис, я тебя заебашу. Да эй, коровник.
Бля, ну заебали, пиздец. Давайте, бля, отстаньте, ща ебать будет армия, нахуй. Армия РП, сейчас база будет. Так, мужики, короче. Вот, вас выслали на СВО, смотрите. Да, сэр, хорошо. Вас выслали на СВО, так. Чуть-чуть, подожди. И в момент, ебать, вы просто стоите, дрочите его, как бирд, втыкаете в землю, и в момент просто вот человек спотыкается. Казалось бы, что такое? Гайна, покажи пели. Чёрт. Энку дай. Дай стенку. На колени только перед Богом. Mm-hmm.